Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. В Туве впервые за постсоветский период состоялись официальные торжества в честь Дня гражданской авиации России. В праздничных мероприятиях вместе с работниками аэропорта Кызыл и компанией «Тува-Авиа» приняли участие глава республики. В своем поздравлении он подчеркнул, что после многих лет борьбы за сохранение местной авиации впервые может с уверенностью сказать, что эта задача в основном выполнена. Воздушно-транспортный комплекс республики не просто восстановлен, но и начинает активно развиваться. Говоря о нашей работе, я что хотел бы сказать. Знаете, вот мы сейчас, когда шли, и напомнили о том, что я только с руководителем Росавиации, оказывается, больше всех из руководителей исполнительных органов федеральной власти встречался. Потому что искренне верю в то, что развитие нашего родного края, республики, без доступности невозможно. И в этом отношении то, что воротами Тувы является наш аэропорт, это, наверное, всем известно. Но почему-то так получилось, что наш аэропорт, он находился, если вы помните, в банкротном состоянии, доведен был до ручки и уже собирались, что называется, распродать. Не знаю, как так получилось, но мне повезло, на самом деле, что вовремя власти одумались. В общей сложности за год было выполнено 355 рейсов, которыми перевезено 27,8 тысячи пассажиров. Значительным импульсом к развитию регионального авиакомплекса стала реконструкция главного аэродрома Тувы, завершившаяся в 2018 году. В ходе работ была построена фактически новая взлетная посадочная полоса со всем необходимым оборудованием. Она позволяет аэропорту Кызыл принимать воздушные суда любого типа. Власти республики используют расширившиеся возможности аэропорта, чтобы открыть его для полетов на международных направлениях. Сегодня Тува активно развивает собственную авиакомпанию «Тува-Авиа», которую властями региона удалось спасти от банкротства. С прошлого года предприятия начали комплектовать новыми судами. В частности, приобретен в лизинг вертолет Ми-8 для организации регионального подразделения санитарной авиации. В 2019 году компания планирует приступить к восстановлению самолетов Ан-2, с помощью которых намерена возобновить рейсы на местных авиалиниях, связывающих Кызыл с труднодоступными поселениями. В селах Тувы завершается кампания по отбору участников очередного 4-го по счету этапа губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи». По данным Минсельхозпрода Тувы, являющегося основным координатором проекта, на начало февраля сходами граждан определены 103 семьи, которые получат от властей кредит в виде 200 овец и станут фермерами. Сейчас идет регистрация их как фермеров, а также открытие банковских счетов, оформление земельных участков под хозяйство и другие процедуры. Традиционно скот начинающим фермерам передают кыштаговцы второй половины набора 2017 года. В настоящее время в их хозяйствах начинается массовый окот. Гнение завершится в апреле. К тому времени станет окончательно ясно, какое из хозяйств, сколько ягнят смогло получить и, главное, сохранить. Чабаны заинтересованы в максимальной сохранности, поскольку 200 голов так или иначе придется отдать новым участникам. Передача произойдет в июле. С этого момента кредит будет считаться погашенным, а оставшийся скот вместе с фермерской усадьбой перейдет в полную собственность семьи. Глава республики, подводя первые итоги реализации проекта, отметил высокую мотивацию на успех каждого нового призыва молодых кыштаговцев. У них перед глазами наглядный пример участников предыдущих этапов. Так, из 105 семей набора 2016 года только две не смогли выполнить условия контракта и были вынуждены покинуть проект. Остальные справились и стали полноправными владельцами оставшегося после передачи молодняка скота и фермерской усадьбы. Всеармейский этап конкурса «Конный марафон» впервые в 2019 году будет включен в программу армейских международных игр. Состязания военнослужащих состоятся в Туве. Об этом сообщил на своей личной странице глава Тувы. Впервые будет проведен всеармейский этап конкурса конных подразделений «Конный марафон». Состязания состоятся на полигоне «Карахак». В конце 2015 года в Кызыле сформировано военное вьючно-транспортное подразделение. В его состав входят около 100 лошадей, которые выполняют задачи по транспортировке боеприпасов и минометов 2
АБ-14 под нос вьючным способом в труднодоступные горные участки местности. За каждой лошадью закреплены военнослужащие контрактной службы на должность вьюковожатые, которые управляют и ухаживают за животными. Данное подразделение неоднократно привлекалось к сдаче итоговых проверок по боевой подготовке за зимний и летний период обучения, а также принимало участие в параде Победы 9 мая на центральной площади города Кызыла. Армейские международные игры 2019 пройдут в период с 3 по 17 августа 2019 года, в ходе которых планируется провести 31 международный конкурс. В рамках состязаний в феврале в Красноярском крае пройдет конкурс «Саянский марш» с участием горных подразделений. Также впервые будут проведены конкурсы «Аварийный район», в котором примут участие спасательные и специальные подразделения, и конкурс «Конный марафон», международный этап которого состоится на территории Монголии с участием кавалерийских подразделений. Росавтодор согласовал программу комплексного развития транспортной инфраструктуры ТВ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершился этап подготовки к старту на территории республики национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализацией которого руководит Министерство транспорта России. Отмечается, что в сентябре прошлого года началось определение участков дорожной сети республики и Кызыльской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние. В конце января в Росавтодоре состоялось совещание с участием представителей региона, где были поставлены первоочередные задачи. Кроме того, предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности дорожной сети, в том числе за счет размещения автоматических пунктов «Платон». Следующим шагом для региона в подготовке к началу реализации этих задач станет заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. Финансирование программы комплексного развития транспортной инфраструктуры республики из федерального бюджета в рамках национального проекта в текущем году составит около 330 миллионов рублей. И о курсах валют. Доллар на сегодня составляет 66 рублей 6 копеек, евро 74 рубля 89 копеек. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи от поучительного до абсурдного. Смотрите каждый вторник в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Борьба с незаконной перевозкой нелицензированного алкоголя и спиртосодержащей продукции в Туве продолжается. Региональные власти, правоохранители и общественники не собираются сдавать позиций. 7 февраля дорожные полицейские заметили мужчину, который шел по дороге Агдавура-Кабакан. Он нес два туристических рюкзака и два полиэтиленовых мешка. При виде сотрудников полиции гражданин ускорил шаг. Полицейские остановили 26-летнего туриста и обнаружили у него в рюкзаках 75 литров этилового спирта. Оказалось, он спрятал эту жидкость недалеко от поста АК, чтобы ночью перенести обходным путем. Но план провалился с треском, и его заметили и задержали. На посту Шевелик задержали такого же перевозчика этилового спирта. В 8 часов утра он направлялся в Кызыл на автомашине марки Nissan. В салоне было обнаружено 30 5-литровых бутылок. Водитель пояснил, что спиртосодержащая продукция принадлежит его знакомой, которая попросила привезти товар из Абакана. Мужчины были доставлены в полицию. В
период с 25 апреля по 16 мая текущего года проводится конкурсный отбор участников 5-й военно-спортивной смены «Юнармеец», реализуемой на базе детского лагеря «Штормовой» Всероссийского детского центра «Орленок» в Красноярском крае. Отбор участников программы производится на основании положения, утвержденного главным штабом движения «Юнармия». К участию в конкурсе приглашаются юнармейцы в возрасте от 12 до 16 лет, победители и призеры спортивных и военно-патриотических игр, мероприятий патриотической направленности. Квота на регион – один человек. С положением о конкурсе на участие по программе можно ознакомиться на официальном сайте движения «Юнармия» в разделе «Документы» вкладка «Юнармейское лето». В минувшую субботу в поликлиниках республики было многолюдно. По всей республике прошла акция по раннему выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях. Акция приурочена к Международному дню борьбы с раком 4 февраля. По результатам акции на уровне первичного звена в следующую субботу 16 февраля в онкологическом диспансере будет организован день открытых дверей. Приходить на прием следует с результатами предыдущего обследования. Отмечается, что важная задача Всемирного дня борьбы с раком – преодоление обеспеченного отношения людей к собственному здоровью, ведь правильный образ жизни – лучшая профилактика онкологических заболеваний. Известно, например, что возникновение множества раковых заболеваний можно было бы предотвратить с помощью раннего диагностирования. Сегодня более чем 2,5 миллиона россиян больны тем или иным онкологическим заболеванием. Каждый год появляются новые методики направления на искоренение онкологии, но важнее всего – любить себя и свое здоровье. Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима, тогда спешите на знаменитую кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле, торговый дом «Меридиан». Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитры и широким размерным рядом. От 38 до 70 размера. Что уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да. Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные» – удобные условия по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами небольшой снег. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 37 до минус 39, днем от минус 23 до минус 25. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам.